Доброе утро. Все, выбегаем. Алина опаздывает, ей надо сок. Эрика, пошли. Пошли одеваться дальше. Пока Алина была на тренировке, я заехал к ее маме. Она попросила меня собрать вот такой вот типа шкафчик. Но почему-то я даже фото не сделал, поэтому в собранном состоянии его, к сожалению, нет. Итак, я дома. Алина еще пока на работе. Потом у нее ноготочки. Вот, ну и, короче, Алину долго ждать, поэтому я поехал домой пока что. Сейчас закончилось мыло. И мне надо взять из запаса. Канистра. Пойду налью. И поставлю назад. Чё-то он еле течет. Густой какой. Так, ну что, посудку помыл. Кофеечек мочу. А желудок, блин, крутит. Как будто есть хочу. Опять стихи, господи. Блин, не пойму, нагрелся, нет? Снизу холодный стакан. Все, вот чуть перемешаю. Я и на это сразу грею хлопушки, тогда поем, наверное. Не знаю, может тортик. Опять. Кофеечек мучу. Спать хочу. Вот это, короче, стакан Алинин с сердечком. Хотя я вчера подумал, типа, блин, да какая разница, мой, твой. Ну ладно, все-таки можно потом со временем посмотреть, да, кто как за своим стаканом ухаживал. У кого первый развалится, так сказать. Вот. Поэтому имеет значение. Вот, греем молочко. Сейчас взбивать будем и в хлопушки вольем. Короче, я переключил запись на стерео, а было на авто. А еще есть подавление ветра, постоянное включено. Короче, я включил стерео, посмотрим, как будет слышно, лучше, хуже. О, вот это дело. Вот это горячушка. Так, это мы выливаем все сюда. Ну как все. Так вот оставляем на кофеечек. Вот холодный, остаются следы, а смотри, от горяченького вообще прям, о, вот так будет хорошо видно, вообще прям, видишь, прям чистенький весь. Сюда. Ладно, надо прибраться. Что ты делаешь? Достал врасплох, а? Открыла комод, значит, и достает. Вот, иди с папой, спроси, папа, можно? Спроси. Нет, так нельзя, скажи, папа. Скажи, дай. Имя, скажи, папа, можно? Скажи, дай. Дай. Ну, конечно, сейчас она тебе предложениями заговорила. Папа, разреши, пожалуйста, обратиться. Я бы наклеечку хотел. Дай, на, Эми. Эми, пойдем. Она даты не говорит. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Сейчас кому-то! Ай-яй-яй! Сейчас кому-то будет! Что такое, а? Кто комод открывает? Не нельзя! Тебе не яблочко! На, наклеечку тебе, Эми! Наклеечку выставь, на! Сюда приклеивай. Эми, сюда приклеивай. Сюда. Да куда-нибудь. Ну конечно нет. Эми, Юла. Юла. Юля. Юля. На Юлю тебе. Юла. Пусик. Короче, Чипа посадили в качели. Ей очень понравилось. Она не хотела, она сопротивлялась. Говорит, что ты куда-то меня тащишь? Нет, опусти меня, дергалась вся. И все, и потом это, вылазить не хотела. Эмили, будешь яблочко? Эмили, яблочко будешь? Молчу не, блин, а.
И что это такое? Скажи, да. Ты посмотри на стул. Вот если бы же папы не было бы, блин, вообще не знаю, что тут было бы. Да. Эми, яблочко дать? Яблочко дать? Да! Ой, да! Мы да сказали. Кушай, маленькая. Ну, какая ложка, сейчас Чипи отдаст ее, да? Все уронила. А я должен кормить? Мяу, ты с ума сошел, а? Смотри, какие яблоки. Зачем тебе эти? Вот еще есть. Дай, я кормить тебя буду, оказывается. Нет, ты какой все, она съела все уже. Вся... Она все съела уже. Блин, потому что все съела, нет ничего, потому что все упало. А ты, блин, ходишь и зеваешь. Ешь. Ну ты же тоже странно, ты говоришь, типа, пусть она сама ест, всегда мы сажаем ее, ты говоришь, пусть сама. Я сказала, дай ей яблочко, она не может. Ну дал. Но она не может его есть, потому что оно все разваливается. Она может есть сама что-то густовое. Пюрешку она сама ест. Картофельную. А это яблочное, в чем разница? Яблочное, жидкое, понимаешь разницу? Нет. Ну вот ты увидел разницу, она все упала. У нас вечер, малышку уложили, все хорошо. Сейчас вот каркасончик вчерашний добьем. Ну, мы, наверное, заново начнем. Да, ну, да. Потому что там что-то месил. Вот. И начали смотреть новый сериал Лесса Шелдона. Ну, пока прикольно. Посмотрим, первую серию только смотрели. Алина играет за котеек. Сейчас только что разложились в каркасончик. Нормально, Алина победила с отрывом. А я песни пел. А я за птиц сегодня играю. Сейчас разочек разложимся с ней. Ну, может еще, если быстро, то может быть еще разочек разложимся, чтобы Алина за птичек сыграла, она хочет. Потому что думать, типа, больше надо, чем за котов. А еще больше надо думать за Лесной Союз. Но у нас его пока мы не внедряем, потому что он не особо балансирует, так сказать, в этой игре. Ходите, пожалуйста. Короче, ладно. Да, такой вот вечер, такое вот время.